Министерство культуры выиграло иск у строительной компании. С прошлого года ведомство судилось с Шелдомом из-за установления границ территорий объектов культурного наследия федерального значения. Речь идет о здании, где когда-то преподавал писатель Николай Чернышевский. Объект находится на улице Некрасова, и сейчас там располагается Волжский суд. Второе здание – дом офицеров. Строительная фирма планировала возвести жилой дом на участке, часть которого попала на территорию памятника культуры. Теперь Верховный суд поставил точку в этом споре. В Саратове в двух инстанциях судебных мы проиграли этот процесс, но подав кассацию в Верховный суд, мы выиграли. И 25 февраля Верховный суд вынес решение, которое не отменило этот приказ. И вот эта граница территории, территории наших двух памятников, один федерального значения, а другой регионального значения, остались без изменений.